Сейчас я покажу, как скачать несколько версий Винлатера. Чтобы вам не предлагало обновиться, представьте, что у меня есть только один Винлатер, и мне нужно скачать еще. Нам нужно приложение APK Tool M, ссылка на него есть в описании, можно скачать через Google Диск или веб-архив. Выбираем приложение и выбираем установленные приложения, находим наш Винлатер, у вас он будет один. Теперь быстрое редактирование для удобства в имени и пишем версию Винлатера. И теперь самое главное, там нужно изменить имя пакета, чтобы наш телефон думал, что это другое приложение и не предлагал обновить. Я просто написал .a22, можно писать что угодно, но каждый раз разное. Теперь сохранить, и когда все загрузится, нажимаем «Перейти», нажимаем на наш APK и «Установить». После установки удаляем наш старый Винлатер. Теперь скачиваем другую версию Винлатера. После установки по старой схеме заходим в наше приложение. Также пишем в названии версию, теперь меняем имя пакета. Я напишу «Точка». А27 можно что угодно, но разное. После загрузки «Сохранить» и «Перейти» опять устанавливаем наш APK. Обычный Винлатер опять удаляем. На этом все. Также хочу сказать, у меня в Telegram много игр для Винлатера.